Символ Площади Победы через несколько часов уйдет в прошлое. В среду днем рабочие приступили к демонтажу стелы. Ивановские коммунисты, выступавшие в защиту памятника, теперь могут только бессильно наблюдать за тем, как рабочие его разбирают. Разрушается памятник, который здесь поставил уже не один десяток лет. Вот. И разрушается совершенно непонятно. Когда администрация говорила, что памятник будет установлен в какой-то там православной школе, ну, мы допустили, что такое возможно, но... Судя по тому, как это происходит, у нас возникает сомнение. И действительно, металлические буквы спиливают болгаркой. Тротуарную плитку вокруг стелы убрали. А вот кирпичную кладку, по всему видно, рабочие не щадят. Поговорив с ребятами, с рабочими, они сказали так, что сейчас им дана задача увести всю плитку, разобрать все, что вокруг есть, срезать буквы, надписи, тоже куда-то увести, а завтра разбить перфоратором кирпичную основу. В каком виде памятник будет перенесен на территорию школы и будет ли он перенесен вообще, пока неизвестно. Ясно одно, стела, простоявшая в центре города не один десяток лет, больше не будет на виду у ивановцев. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.